У Могилевским областным драматичным театре на малой сцене отбылась премьера спектакль «Психоанализ – это мастацтва», поставленный по пьесе драматурга Дианы Балыка. У спектакля заняты 6 актеров, которые объединились для самостоятельной постановки. П'єса має узростовий рейтинг 18+, бо розмова у ній іде про особисті зносини мужчин і жінчин, кохання, довір і одиноцтво. Про сучасні проблеми тут говориться на простій мові, а дім'я простих людей. І актери, і автор п'єси, яка живе у Ризі, але приїхала у Могилів на прем'єру, лічить, що, не глядячи на онлайн 24 години у сутки, менавіта чоловіче одиноцтво стало самой великой бедой нашого часу. Секретов, как побороть одиночество, у меня нет. Но я хочу об этом говорить, чтобы люди не думали, что только я одинок, только мне так плохо. Они должны понимать, что мы перестали встречаться, общаться, нас поглотил интернет. Тема выкликала интерес публики. На премьере был аншлаг, и квитки на спектакль «Психоанализ» в этом мастерство раскуплены наперед.